Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня 22 декабря 2022 года. Заказали мы розы в фирме Тантау. Заказали 5 сортов по 5 штук. Вообще первый раз мы заказываем у них розы. До этого мы несколько лет заказывали в фирме Кордес. Ну, приблизительно в таком количестве, да чуть больше. Получали в Латвии у моей мамы. Сейчас там находится дочь Яна и зять Александр с детьми. Вчера получили они розы и сегодня сняли процесс распаковки. Ну, что могу сказать. Розы от Тантау нам очень понравились. Даже качество и тот вид, которым они отправили, больше понравилось, чем от фирмы Кордес. Ну, вот, в принципе, первый раз, кто его знает, как будет дальше, но вот на данный момент такие выводы. Сейчас, к Новому году, или сразу после Нового года, Саша с Яной привезут их сюда. Надеюсь, через границу проблем не будет. Перевезут, нормально все будет. Затем мы их высадим в горшки. Когда они зацветут, снимем таймлапс, как распускаются сорта этих роз. Выложим их обязательно на нашем канале. Затем высадим у нас на маточнике, чтобы проверить, посмотреть, как они будут расти, цвести, как будут зимовать. Ну и уже в конце 23 года выложим видеообзоры по каждому сорту и поделимся впечатлениями об этих розах. Ну, далее смотрите, как проходил процесс распаковки роз от фирмы Тантау. Здравствуйте! Сегодня мы будем делать распаковку роз, которые мы заказали в Германии, в питомнике Тантау. Их прислали нам в Латвию. Ждали мы заказ где-то приблизительно 2 недели. Следовательно, давайте распаковывать и смотреть, что нам прислали. Распаковали упаковку, убрали коробку, пакет, в котором это все пришло. Сейчас будем разрезать и поочередно уже доставать каждый сорт и смотреть, что он из себя представляет, как выглядят вообще эти кустики и, так сказать, сделать анализ. Живые они вообще, в каком состоянии пришли. Вот получается сорт Дивина. Сколько у нас? 5 кустиков? 6. 6 кустиков. Достанем одну. Вот так вот выглядят бирочки. Подписано. Тантау, логотип. Название. Все кустики живые, с четырьмя побегами. Почки живые, все прекрасно. Хорошо. Здесь тоже какая-то бирка. Так получается, из 5 кустов на 2 только бирка. Ладно, так, это сорт Дивина. Дальше мы берем пучок из роз, который называется Lady Capri. Смотрите, пожалуйста. Также все с бирочками подписано. Визуально все розочки тоже красивые. Кустики живые, зелененькие, побегами с почечками. Так что будут у нас новые прекрасные сорта. Далее, также мы заказали сорт Ноблес. Вообще прям мощные-мощные кусты. Корневая система шикарная.
Вот такие красавцы. Шикарно. Ну, уже так, я думаю, трехгодовалые примерно, наверное. Кустики. Просто шикардос. Далее. Далее у нас идет вот такой вот пучок. Сорт Перенял Домино. Также все кустики визуально живые, зеленые. Корни тоже все в прекрасном состоянии, не обрубленные. Прям очень нравится. В прошлом году мы распаковывали розы, которые мы заказывали в садовом центре, точнее в питомнике Кордес. Но по ощущениям и визуально в Тантау мне нравится больше. Как-то они прям вообще жирненькие, живенькие, прекрасные кустики. Тут вообще вон сколько побегов, веточек, супер. Так, и последний сорт, который нам доставили, это Дорнбургер Шлоусен Роуз. Ну, тут тоже все понятно, все в идеальном состоянии. Осталось теперь все это только довести до России. Надеюсь, никаких проблем с этим не возникнет. Сейчас мы их приведем в вид, который нужно, обрежем. Сделаем обрезку верхней части, также немножечко подрихтуем крыльевую систему. Будем все упаковывать в мох, в какие-нибудь материал, типа тряпки какой-нибудь, мох, вода. Это все прекрасно сохранится, доедет до нашего питомника в Московской области. И дальше будем размножать, сажать, прививать.